сейчас активизировались обращения от жителей Истры, но я думаю, что это коснется, наверное, и всего района. Это платежки за квартплату, в которых появилась такая строка. Процент за предоставление рассрочки платежа за установку ДПО. В чем проблема? Жители обращаются в управляющую компанию, не находят должного объяснения вот, появления этой графы. Их отправляют в администрацию, идут в администрацию, идут в теплосеть. То есть круг вот достаточно широк. Соответственно, приходят ко мне тоже за разъяснением. Вот большая просьба. Либо какую-то информацию, может быть, в средствах массовой информации по этому поводу, разъяснение, да, откуда же это происходит. Понятно, что есть закон, он обязывает установку приборов учета на дом, и тепловых в том числе, но все-таки вот работа с населением хотелось бы в плане разъяснений, чтобы велась.